Всем привет, друзья. О, это удачно я загрузился. Тут идет торгаши, которые хотят мне продать. Back, вот это вот руду. Руда это не бывает лишней. Так, шлем. Шлем не нужен, и остальное не нужно. Все. Так. Бандиты тут даже есть. Ни хрена себе. Ну, бандиты мне не нужны. Мне нужен отдых на восстановление сил. Так. Так. И что-нибудь перекусить, ребятки, должны. Давайте вот это вот. Так. Бухлишка, естественно. Грибочки. Ой. Так. Отдых. О, неплохо. Так, сюда можно, виноградик. Еще закинуть. Так, ребята отдохнули. Что у меня тут имеется? Вот это. Так. В прошлой серии я расправился с госпожой мэром, которая брала взятки и выполнила задание. Где оно было? Прямо тут вот было. Не наводится. А, вот. Присвоение крон. Теперь какой-то есть странный запах. Я изучал за кадром, изучил весь город, чтобы найти, где можно выполнить странный запах. И как вроде нашел, не знаю точно, сейчас буду проверять, естественно. Вот. Нашел в этом, на рынок, на рынке, вот тут есть, запертая дверка. Сейчас будем ее с моей командой открывать. Оп, сломалась. О, отмычек много. Так, а, вот и канализация, по которой говорили, что типа там воняет, типа надо убирать, т.д. и т.п. Изучить. Крыски. Кроты. Поговорить. Ну, естественно, кротов нагнуть. Сейчас зачищу еще и подвальчик. Так, что тут имеется? Ёпасы. Что тут происходит, собственно? Так, ну этих кротов можно всех убить. Факел, кстати, валяется. Где моя женщина? Женщина, вот она. Давайте я сюда, она убьет всех кротов. Ты сюда? А, лучник. Лучника куда можно поставить? Лучника можно сюда поставить. Убивать кротов. Так, ну и все. Она одна справится со всеми. С тремя получше справиться, кстати. Если вот так тут зайти. Четко. Четко, в натуре четко. Немножко нечетко. Если на один шаг отойти. Буквально вот так вот, если хотите. Не получается. Ну и что поделаешь? Тогда не четко убиваю. Нет, что значит бегу? Нам нужно мясо. Мясо. О, блин, не попадаю. Много слишком походил, ну ладно. Так, ну и все. Ты кротовский. Кротовский пошел в атаку. Ой, да ты шо. Крот, ты что себе позволяешь? Так, а кто следующий пойдет? Вот эти два крота. Вот это давай, чувак. Пойдет. А, тут еще это. Падение камнепада. Не очень хорошая идея. Вещь. Ну ладно. Я отойду, чтобы не мешаться. Так, кто еще есть? Вот этот крот. В принципе, его сейчас можно вот так-то вот. А, нет, у нас же есть. Неф. Давай-ка сюда-ка иди. Этих всех трех кротов накажи. Странно. Непонятно. Не работает скилл. Хрень какая-то. Ну ладно. Скилл в затупе. О,
Опа, 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 па. Если вот так-то вот. Я расчесть? Нету. Ну ладно. Тогда просто стану, буду подсирать. А, хотя я так сейчас их просто вынесу. Сразу двоих. Точно. Четко в натуре, четко. Забираю все с кротов. Так, почищу канализацию. Логов забей ластоки. Сжечь. Факел есть. Во. Так, а тут что, больше ничего нету? Полутаться. Только выйти. Только выйти, только хардкор. Окей, окей. Так. Crook has been screaming his head off for days. I am this. А, да, это с жуликами с вашими. Пофиг. Так, и что, задание-то выполнил? Да, странный запах. Дайте поговорю с этой. О. Вонь была из-за логова крыс. Отвратительно. Спасибо, что избавили нас от этой мерзости. О, ну еще помог людям. Почему, собственно, и нет? Так, ну что, вот я тут и выполнил почти все квесты. Осталась торговля и изготовление, но это в любом городе можно выполнить. Не горит. Так, а еще вот тут квест, да, тайные мудрости. Но это тоже пока нет, не спешит. Пойду за кадром, выполню вот это вот задание. И вот это вот. Чтобы немножко розыск хоть снять. Вот. А на этом, друзья, все. Вот такой небольшой квест, соответственно, был квест.